Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить игру Dino Crisis 1 с первой PlayStation. И, как вы помните, мы преследуем теперь докторишку. Кирк, ох ты тут, а! Кто тут у нас? Бегемоты. Спокойной ночи, упыри. Все. У нас это последние абсолютно пробежечки здесь, забеги. Региночка, ты уж, ну, пожалуйста, не расслабляйся. Нам осталось совсем чуть-чуть. Вот как вы видите, Терекс-то отсюда ушел. Ну, в общем, он отдохнул, как я ему и предлагал. Ну и, видимо, пошел теперь, проспался и пошел подкрепиться, позавтракать там куда-то. Так, что у нас тут есть? Давайте сейчас все сундуки проверять наши. Так, здесь ничего, тут ничего, тут тоже ничего. Так, в оранжевом что-то должно быть. Так, что-то тоже ничего особого есть. О, вот это. Вот это великолепно. Так, что у нас по медпакам? 2. Ну и ладно, и сойдет. Так, валим. Нет, не хотим мы записать игру. Ну блин, а? Сколько у вас тут? Ах ты! Еще и поцарапал! Пошел вон, негодяй. Ух ты, оживление. В принципе, оживление. Ай, нам его уже все не с чем мешать, поэтому. Так, еще у меня по 3 дротика. Пойдет. До свидос. Так, сейчас давайте еще вот сюда зайдем. Там что-нибудь интересное по-любому есть. Так, напоминаю, что мы бежим за Кирком. Мы, если помните, здесь были уже. Так, ох ты, сколько нам тут дают этих штепселей. Хотите взять гранат? Конечно, хочу. Спрашиваете еще. А еще? Все? Маловато будет. Так. Окейюшки. Так, теперь мы... Давайте-ка еще раз глянем, где этот чудило. Ага, вон он, видали? Куда переместился. Ну, все, идем туда. Такая напряженная музыка, давящая на мозг. Продолжаем лазить по каким-то абсолютно футуристическим ангаром. Такое впечатление, что это какие-то шахты, не знаю, пусковые. Так, баллистических каких-то ракет. Пусковые шахты. Подземный аэродром, ух ты. Ах ты урод! Регина, что ты делаешь? Ответь! Что ты там делала? Наш корабль только что был разрушен Терексом! Я поймала доктора, Рик! Здесь есть вертолет, на котором мы можем улететь. Прекрасно! Я направляюсь к тебе! Хорошо, я тебя встречу. Торопись! Вот так вот. Короче, Регинка, можно сказать. Все сделала сама. Доктор Кирт пока еще отдыхает. Ну и пускай отдыхает. В общем, Гейл что-то бегал, носился всю игру, всю задание за Кирком. В итоге поймала его Регина. Че эти мужики, чем занимались? Ну ладно, Рик еще там эти нам дверки открывал. Хоть как-то что-то пытался там. А этот второй здоровяк, он только вот...
Не знаю, вопреки ему, короче, по-моему, мы все сделали. Сейчас вообще обузой стал. Еще и покоцался. Так, медпак, снотворное. Давайте-ка, наверное, знаете что? Оживление выложим. Нафиг. И... Так, что нам еще не понадобится больше? Патроны вот эти вот. На пукалку на нашу. Тоже выложим. Дротики. Дротики. Ну и куча гранат. Ладно. Снотворное, в принципе, нам тоже нафиг не надо. Сейчас нам нужны только гранаты. Гранаты, гранаты, еще раз гранаты. Все. Доктора Кирка Регинка поймала. Я говорю, молодец, молодец. Просто умничка. Восхищаюсь ею. Тут опять сама уже все делает. Даже я могу и не управлять. О-о-о. Джирекс прямо за нами, скорее! Идем. Так. Вот он, вот о чем я вам говорил. Вот он. Красавчик. 15 гранат. Ну, этого нам должно за глаза хватить. В общем, последний бой, он сложный самый. Ай-яй-яй-яй-яй! Фу, я думал, все. Блин, как она стала перезаряжать не вовремя. Ну вот, друзья, собственно говоря, Динокризис пройден. Вот таким он был. Все-таки гляньте, как любит Capcom действовать по шаблону, да? Ну, в те времена у них все их игры заканчивались вот по этому шаблону. В конце, значит, все нагнетается, как в бразильских сериалах. До этого две трети игры ничего, собственно, практически не происходит, и буквально за последний там час игры, полтора, случается столько всего, столько событий, разрушается все, кого-то убивают, кого-то находят,
И в конце герои счастливые улетают на вертолете обязательно и обязательно в закат. Но черт возьми, как же это все-таки эпично смотрится. Ведь прокатывало, ведь так четко нам всегда было играть. И так мы ждали вот этих вот секунд в конце, ради которых вот собственно и играли. Что, а что ж там в конце покажут киношку. Показывали киношку вот эту, где герои опять счастливые улетают на вертолете. Ну и мы все вместе, естественно, за них радовались. Ну, игра, конечно, классная на тот момент, ну, можно сказать, даже в каких-то областях прорывная. Это 3D ведь игра. Ну, я вам уже говорил, что в отличие от серии Resident, они решили сделать ее в полном 3D. И, на мой взгляд, это решение было достаточно обоснованным, потому что, на мой взгляд, игра получилась более кинематографичной, нежели Resident Evil. По крайней мере, первые две части Резидента, мне кажется, уж точно. Но это мое мнение. Вот, второй Динокризис мне не нравится, потому что его почему-то решили перевести также в 2D. Мне это непонятное их решение. Но игра, на мой взгляд, заслуживает крепкую восьмерочку. Так, слушаем. Отчет об операции «Доктор Кирк», агент Регина. Доктор Кирк, статус найден. Мы нашли доктора Кирка. Сейчас он обсуждает свои эксперименты с командованием. Гейл, статус жив. Гейл выжил, но был тяжело ранен и сейчас находится в госпитале. Рик, статус жив. Рик анализирует данные, полученные нами на острове. Регина, статус жива. А я готова к следующему заданию. Том, статус погиб. Тома убила гигантская рептилия. Нам будет его не хватать. Купер, статус неизвестен. Мы потеряли связь с Купером в самом начале операции. Он так и не объявился. Задание выполнено. Марики, на каком языке тут что написано, ничего не понятно. Понятно, что это статистика, но... Инструкции. Мы все поняли, абсолютно все. Так, вы приобрели великолепные навыки игры Динокризис. Смотрите, какая Регинка в куртке, в коже. Такая прям. Вы овладели новым костюмом. А точнее даже двумя. Используйте эти данные в следующей миссии. Ну, давайте запишемся. И, ну, как бы новая игра плюс. Она у нас... Можно будет уже там костюм выбрать. Вот видите, появилось время 00 и там два костюмчика. Сейчас посмотрим. Так, это нам надо в загрузке зайти. И выбрать этот сейвик. И раз, вот такой вот армейский костюмчик. Смотрите, какие у нее шортики. Прям такая, с пляжу. Армейский написано, не знаю. Вряд ли в армии так ходят женщины. Боевой тип. Но вот последний костюм, там, по-моему, насколько я знаю, она в такой, в шкуре
то ли тигровой, то ли ягуаровской какой-то. Вот, ну его нам не дали. Если честно, не помню, что нужно сделать, чтобы его открыть. А, ну, может быть, за меньшее время пройти, либо там не сейваться совсем. Боевой тип. Ну, в общем, вот такие вот плюшки. А, кстати, в Резиденте в третьем по прохождении один раз Джилке дают костюм Регины. Вот. А здесь, правда, в Динокризисе костюм какой-нибудь Клэр или той же Джилл не дали. Ну да и ладно. Вот, ну что же. Я надеюсь, что вам понравилось это прохождение, что вы испытали какие-то теплые чувства по отношению к этой игре. Ну или воскресили их, скажем так. Вот, как и я. Благодаря мне. Ха-ха-ха. Так вот, немножко нескромно. Ну а чё? Ну я ради этого и работаю. Ради этого и стараюсь, конечно. Вот. Так что, все, на этом для нас Динокризис пройден. А, насчет второй части не знаю. Мне пока не очень хочется в нее играть. Я, как уже говорил, мне она не по нраву. Вторая часть, я ее не проходил. Я в нее немножко только играл в начале, поэтому она там более такой экшоновой стала. Растеряла как-то вот этот шарм. Мне именно вот в Динокризисе первом нравятся вот головоломки, что их здесь так много, и это ж такой челлендж вот разгадать ее. Такой испытываешь прилив эмоций, счастья, просто каких-то эндорфинов, вот, когда разгадываешь очередную здесь загадку. Поэтому плохо, что они от этого отказались. Не знаю. Уж в угоду чему. Ну, ладно. Это на совести разработчиков Capcom. Нам остается только играть в то, во что мы любили. Вот. С вами был, в общем, как всегда, Скудер. Надеюсь, что вы отблагодарите меня лайком, комментариями своими, может, поделитесь тоже своими какими-то воспоминаниями в комментариях. Ну и, в общем, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока-пока и удачи!